Первый старт или в сезоне, или на чемпионату считается как самый важный, потому что он будет потом отдать это самоуверение у спортсменов, как хорошие готовились на последнем сборе, как сделали правильно. Сейчас спокоен, потому что вижу, как и Валя успела без этой длинной паузы, без гонок, успела хорошо себя подготовить. И сегодня, можно сказать, у нее есть еще резерв, но сегодняшняя гонка, скажем, открыла вентили, почистила, и я думаю, она будет в следующих гонках еще лучше побежать. За Лену тоже можно нам бы успокоиться на эту нагрузку, которую сделали на покупке, приняла, сработали, надо, и сейчас у ней может быть эти спокойные пострельбины, чуть не получилось, но там на Лёшке девушка упала в ветер, там все мазали, она с двумя запасными пошла первая стрельбища, можно сделала коррекцию, но только мало. Надо это исправить. Но ходом 2 секунды преград Ихов, которая дома, норвежский, который в сезоне одна сама сильных на лыжах. Это тоже супер показатель за дальше. И хочу сказать, мы сейчас спокойны. Мы знаем, сейчас тоже Юлия Джина здрава. Она будет стартануть на спринте. И Ира Варвинец тоже показала хорошую работу на этих тренировках на форму. А потом трудно комментировать мужскую команду, это надо спросить Надю, но сколько я видел, Семенов сработал фантастично, держал команду вверху, две стрельбы, не только точные и сильно быстро стреляли, и это надо отдать все поштование, это было фантастично гонка от его. Но Петрушнева, я должен сказать, не было реально в этой конкуренции, где бежали Фуркат, Шимф и Би. Надеяться се закончить медали, это самый лучший биатлонист в этом моменту. И команда наша была зависима от ошибок остальных. Но остальные ошибки не сделали, и потом четвертое место. Я могу сказать, это фантастичный успех для эту команду. Проиграть только этим самым сильным. Девочки не сильно огорчились? Ну, конечно, был мандраж перед гонкой, как уже сказал, это первая гонка в сезоне, это первая смешная шипида перед спринтом Остерсунду. Он отдал ответы, как готов. И тоже на чемпионате мира первая гонка будет дать ответ, ты готов или не готов. Правильно сделали на последних этих две недели, тренировались или сделали ошибки. Могу уже сейчас сказать, мы готовы. Ну, они не сильно огорчились, что вот медали была так близко? Команда на этих соревнованиях, как Олимпиада или чемпионат мира, никогда больше шестого места еще не было. И здесь поставили усилия на старт самые сильные спортсмены. И когда ты до последнего рубежа стойка вместе с ними можешь соревноваться, это значит, него этой команды сильно висит. Уже знаешь, кто в спринте будет бежать у нас, да, у девочек? Уже отлучили вчера после тренировки. Лена и Валя, потом Ира и Юлия Джима. В таком порядке будут они по группам, как ты назвал, не, да? Нет, не, это не нужно. У нас можно поставить тут три группы, потому что Лена топ-10 в генеральном. За Кубку мира, и я думаю, будем первые три группы поставить, но зависит от погоды, какие будут условия. Сегодня, что было попозже, было быстрее, потому что эти на Старглянц. И трудно сказать, как будем поставить, но будем с сервисом поговорить, считать время и потом получить.